Теперь в Мексику. Там готов рассказать об особенностях и том, как отмечают они День мертвых. Принято на праздник наряжаться в костюм скелетов, мертвецов, лица украшать красивыми росписями. Вроде бы все как в европейской традиции. Но вот особенность после последнего фильма из «Бондианы» «Спектр». В Мексике власти решили провести первый масштабный городской парад.